Международная конференция «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» завершилась подписанием Ташкентской декларации об основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афганистане. Подводя итоги форума высокого уровня, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подчеркнул, что декларация стала одним из показателей совместной работы и единства в подходах к решению афганского вопроса. В ходе сегодняшней нашей конференции я не буду останавливаться, вы уже достаточно осведомлены об уровне участия, о повестке дня, о конкретных выступлениях. Я бы хотел буквально вкратце отметить основные итоги этой конференции, как нам видится. Но прежде всего я бы рекомендовал обязательно обратиться к итоговому документу Ташкентской декларации. В этой Ташкентской декларации констатируется не только сложившаяся ситуация, но и предлагаются конкретные пути решения затянувшегося афганского кризиса. Сердцевиной этих предложений является начало прямого политического диалога между центральным правительством и оппозицией, прежде всего с движением «Талибан», без каких-либо предварительных условий. Конечно, возникает вопрос о том, что у каждой стороны могут быть какие-то свои условия, предварительные вопросы. Но, как сказал президент Афганистана Ашраф Гани, эти вопросы могут быть уже предметом разговора тогда, когда сам процесс политически начнется. Это один момент. Второй момент. Я хочу, чтобы все мы хорошо усвоили, и не только мы, но и другие стороны, центры сил, государства, которые имеют отношение к Афганистану, что это прежде всего дело Афганистана. И самому Афганистану, самим афганистанцам решать, где встречаться, как встречаться, в каком формате встречаться, так и как им вместе определять пределы своей собственной безопасности. Ссылаясь на выступление президента Шавката Мирзиёева на конференции, который отметил, насколько Афганистан близко Узбекистану страна, Абдулазиз Камилов сказал, по существу это одно культурное, одно историческое, одно цивилизационное пространство. Я хочу сказать, что сегодняшний форум – это результат огромных усилий уважаемого Шавката Мирзиёевича Мирзиёева. И мы ее рассматриваем прежде всего как часть большой стратегии президента в проблемах войны и мира, стратегии обеспечения региональной безопасности и стабильности. Поэтому со стороны Узбекистана, это прозвучало и в речи нашего уважаемого президента, необходимость сотрудничества всех форматов, всех процессов, всех государств, которые так или иначе имеют какое-то отношение к Афганистану. Абдулазиз Камилов призвал все стороны проявить разум и солидарность, поддержать афганский народ и приложить максимум общих усилий, чтобы, наконец, принести в эту страну мир и стабильность. Понимаете, можно считать так, как кто хочет. Но самое главное, что у нас есть конкретная программа дальнейших действий. Она отражена, я почему в самом начале обратил ваше внимание на Ташкентскую декларацию. Вот. Конечно же, мы не начинаем с нуля. Мы признаем вот те огромные усилия, которые до сих пор были предложены. То есть это не значит, что вот с чистого листа мы начали, и в то же время у нас нет таких иллюзий, что сегодня мы завершим конференцию, завтра начнется мирный процесс. Работа предстоит достаточно тяжелая, но очень хочется, чтобы эта работа была недолгой, потому что и так уже 40 лет идет война. И проблемы надо решать чем быстрее, тем лучше. Министр заявил, что это дело Афганистана, но многое, тем не менее, зависит от внешних игроков. Они должны обеспечить благоприятные внешние условия, хотя бы для начала не вмешиваться в их внутренние дела и не поддерживать одну сторону, подчеркнул он. На Ташкентской конференции присутствовали разные страны, у которых по некоторым международным проблемам интересы не совпадают или являются совершенно противоположными, отметил Абдулазиз Камилов. В этой связи он отметил, регион Центральной Азии должен быть регионом сотрудничества, мира и стабильности, куда ни в коем случае нельзя привносить свое соперничество.
Позвольте мне поблагодарить правительство Узбекистана и народ Узбекистана за проведение этой конференции. Она происходит через месяц после того, как состоялась конференция Кабульского процесса в столице Афганистана. На ней правительство страны представило предложение по созданию мира оппозиционным сторонам, воюющим в Афганистане. Мы высоко ценим вклад народа и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в установление мира в Афганистане. Как упомянул министр Камилов, эта конференция фокусируется не только на процессе примирения, но и по безопасности, экономических проектов, благополучия Афганистана и всего региона. Мы проявим совместные усилия в борьбе с наркотиками, терроризмом, экстремизмом в регионе. Сегодняшняя конференция, в которой принимают участие страны Центральной Азии и международные организации, посылает сообщение международному сообществу, что мы намерены поддерживать жителей Афганистана и мы будем работать для установления мира и стабильности в регионе.